Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости нашего канала. Сегодня вашему вниманию представляем пневматический газобаллонный револьвер от датской фирмы ASG Dan-Wesson 715, 4 дюйма. Револьвер поставляется в картонной коробке, в которой находится инструкция с гарантийным талоном, паспорт изделия, сам револьвер, и ускоритель заряжения. Рукоять револьвера выполнена из резины. Корпус всего револьвера выполнен из металла. Открытые прицельные приспособления регулируются в двух плоскостях. Ударно-спусковой механизм двойного действия. Работает как самовзводом, так и с предварительного взвода. Предохранитель на данной модели блокирует УСМ. Барабан отъемный и вмещает в себя 6 фальшпатронов. Ствол на револьвере нарезной, соответственно, стреляет он свинцовыми пулями калибра 4,5 мм. Снизу под стволом имеется планка вивра для установки ЛЦУ либо тактических фонарей. Далее свинцовые пули калибра 4,5 мм устанавливаем в донце фальшпатрона. Фальшпатрон устанавливаем в ускоритель заряжения и фиксируем их там. Для установки баллона необходимо снять накладку рукояти, в которую встроен ключ-шестигранник для поджима баллона. Устанавливаем 12-граммовый баллон в корпус рукояти и прокалываем его с помощью винта. Револьвер готов к стрельбе. Протестируем скорость выстрела, которую выдает револьвер через хронограф. Отстреливать будем свинцовые пули калибра 4,5 мм весом 0,45 грамма. Данная модель является лицензионной пневматической копией боевого револьвера Dan-Wesson 715 4 дюйма. Подойдет данная модель как для начинающих стрелков, так и для коллекционеров и ценителей револьверов. Как видим, в среднем ASG Dan-Wesson выдает около 104 метров в секунду. Сертифицирован этот револьвер до 3 джоулей, следовательно, приобрести его можно как в интернет-магазине с доставкой, так и в розничных магазинах сети Airgun. А с промокодом, который вы видите на экране, вам будет предоставлена скидка при оформлении заказа. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших следующих обзорах.